На ковер приглашается финальная пара весовой категории 57 килограмм мужчины. Боец с красным поясом Авакимян Сергей. Боец с синим поясом Козлов Александр. Добрый вечер, уважаемые телезрители и любители. За ними готовится женщина вес 53, с вами Виноградова Воробьева. Владимир. Мастер спорта. Мастер спорта России, призер неоднократный всероссийский. Представляем судейскую бригаду, обслуживающую соревнования. Жиргиан Казымов, судья всероссийской категории. Мастер спорта по рукопашному бою. Рефери. Дудник Артем. Также победители призер всероссийских, международных стартов. И сегодня с вами мы будем комментировать и наблюдать бескомпромиссные поединки финальные чемпионата Москвы по рукопашному бою. Ну, как полагается, с минимальных весов начинаются поединки. В весовой категории до 57 килограмм встретится Авакимян Сергей и Козлов Александр. Козлов Александр. Александр у нас является достаточно возрастным спортсменом. Старается выступать наравне у нас с молодыми дарованиями и оспаривать победу в этих поединках. Да, хотелось бы отметить, что Козлов Александр является тренером, мастером спорта России по рукопашному бою. Это его 15-й турнир на чемпионате Москвы. 15 раз выступал, из которых 11 раз удавалось ему становиться чемпионом данного турнира. Вот. Также он является чемпионом чемпионата МВД России. Авакимян Сергей. Вот. Авакимян Сергей, ему 19 лет. И за такой промежуток времени он уже успел стать чемпионом первенства России по юношам и победителем первенства Европы. В данной весовой категории мы будем наблюдать достаточно высокую динамику поединка, высокие скорости. Вот. Я так полагаю, Козлов Александр будет стараться брать поединок своим опытом. В свою очередь Авакимян, как показал в предварительных поединках, работал больше. Скоростные серии будет за счет скорости, наверное, за счет функционала стараться победить. Хотелось бы отметить, да, что боец с синим поясом Козлов Александр, несмотря на свой возраст, показывает прекрасный пример для всех любителей и спортсменов рукопашного боя, что в любом возрасте можно биться наравне. Да, с молодыми, с лучшими, с молодыми бойцами, да. И быть лучшим. Удастся ли ему сегодня стать 12-кратным чемпионом Москвы в рукопашном бою? Ну что ж, пожелаем ему успехов. Тем не менее, мы видим, что у нас Авакимян Сергей преимущественно работает ногами. Вот. Старается выдернуть соперника на себя. Вот серия. И мы видим попадание по корпусу. Первый балл зарабатывает, да, Авакимян. Не видим мы вот у Козлова Александра такой динамики в передвижениях, но он достаточно уверенно себя чувствует в ходе поединка. Старается найти, так скажем, ошибки в технике Авакимяна и акцент сыграть на этом. Акцент все-таки, да, делает на опыт, на возраст. Да. Да? Потому что я думаю, что все-таки тяжело все 5 минут в одном темпе работать. Да. Александр. Вот, в свою очередь Авакимян набирает и набирает. Видим очень хорошую динамику, попадает Авакимян. Вот. Тем не менее, у нас экватор поединка. В данный момент у нас 2-0. Впереди боец в красном шлеме. И видно, что функционально Козлов Александр у нас немножечко подсел. Да, в свою очередь, боец в красном поясе у нас Сергей достаточно активен до сих пор. Ну скажи, вот в прошлом году финал был
чемпионата Москвы. Также Александр был в финале и сумел выиграть чемпионат. Также проигрывал по ходу встречи, но в конце все-таки вырвал победу, стал чемпионом. Может, сегодня удастся ему повторить этот прошлогодний успех. Проходит у нас чемпионат Москвы в Московском центре боевых искусств. Вы видите, как достаточно красиво украшен у нас зал. Вот. Очень сильная инсталляция. Присутствует много гостей вот, на данном мероприятии. Хотелось бы отметить, что несмотря на возраст, да, Александр, как мы знаем, очень много гонял веса. Он гонял практически 8-9 килограмм для того, чтобы влезть в данную весовую категорию. В прошлом году он был чемпионом весовой категории 62, до 60, да, веса другие были. Старается проваливать у нас Козлов Александр, вот, но, к сожалению, сам тоже ошибается в атаке. Но на данный момент мы видим, что у нас счет сравнялся. 2-2. Специфика ведения поединка вот у Александра, да, руки опущены, но вовремя. Да, он собирается проваливает, да, соперника. И встречает. И чувствует себя достаточно уверенно. Подготовьте замену шлема. Куда прошел спортсмен? Продолжайте, Ирина. Сейчас. Поменяю, да, видимо, шлем бойцу с красным поясом. И время нам здесь не видно. Но осталось 50 секунд до конца встречи. Впереди боец с красным поясом. 2-2. По первому техническому действию, получается, у нас ведет боец. Да, с красным поясом. С красным поясом. Ничего себе. Вот, и тебе и развязка. И уже впереди Александр. 30 секунд, 31 секунда отделяет его от чемпионского звания. И обладателем звания чемпион Москвы. Сравнивает счет у нас Сергей Авакимян. Да, здесь нельзя сказать, однозначно тоже будет лидером и победителем. Спортсмены, которые также в финале данного турнира, сейчас болеют за своего тренера Козлова Александра. Носок. И 2 секунды до конца встречи. Сможет ли Александр вырвать победу? Очень напряженный поединок. Кто же будет победителем? Нет ли у нас активности, да, у Козлова Александра? Видимо, вот, да, по рисунку встречи. Но мы видим, да, эмоционально, да, достаточно у нас Александр, он очень рад, конечно, своей победе, потому что, несмотря на свой возраст, поздравляем Александра Козлова. Как правильно сейчас говорят, он стал 12-кратным чемпионом Москвы и собственным примером показывает молодым спортсменам, что в любом возрасте можно работать, выигрывать и становиться чемпионом. Поздравляем. Да, поздравляем. Соответственно, у нас Козлов Александр получает отбор на чемпионат России по рукопашному бою. Ну, а Авакимяну Сергея мы тоже поздравляем и желаем успехов. Не расстраиваться, у него все впереди, он еще совсем молод.